Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука. Сегодня 2 марта. У нас на 2 марта выпадает полнолуние. Ничего делать нельзя. Я сейчас расскажу, что я делаю в те дни, когда делать ничего нельзя. Ну, нельзя сеять и нельзя пикировать. Вот сейчас я открыла календарь. Март выпадает у нас. Полнолуние. Значит, нельзя нам сеять. Даже тем, кто не соблюдает лунный календарь, они все равно как-то стараются в этот день ничего не делать. Но тут написано, что можно прополку проводить, рыхление, прореживание, обработать от болезней, например, от вредителей. Это все не запрещено. В эти дни, когда нельзя ни сеять, ни пикировать, я обычно провожу осмотр своей рассады, которая у меня выросла. Смотрю, цвет листьев не изменился ли я, нет ли признаков хлороза, нет ли каких-то скручиваний, нет ли пожелтевших листьев. Если что-то появилось, я пытаюсь как установить причину, что это у нас. Или голодание какое-то фосфорное, или там азотное, или еще что-то. Но вот сейчас я осмотрела всю рассаду, вся рассада выглядит хорошо. Даже самые маленькие листики нарастают зеленые, блестящие. Вырвала травинки, вот соринки, какие мне попадаются. Больше сегодня я ничего не буду делать. Сейчас самый благоприятный период, самое такое удачное время. Вот первое, второе, третье. Я уже сразу говорила, что заниматься посевами в эти дни нельзя. Но сейчас можно готовить землю, грунт, протравливать, просеивать, укладывать в лотки для посевов, которые мы будем делать в марте. Март самый посевной у нас месяц. Сейчас в начале марта нужно уже сеять последние сорта перцев, которые мы не посеяли. Всякие скороспелые, все для открытого грунта. Перец, баклажан заканчиваем. Томаты начинаем сеять. Те, которые с длительным сроком вегетации. Уже для открытого грунта в начале марта люди сеют 5, 6, 7 марта. Вот мы сейчас посмотрим, я по календарю покажу вам. Если 1, 2 и немножко 3 захватило, вот когда написано, что нежелательно, не рекомендуется, то с 3 числа уже, видите, написано, что рекомендуется посев, можно цветочные сеять культуры. Тут что написано? Белокочанную цветную капусту. Там дальше, вот 5, 6 посев уже пошел у нас, также капуста, потом холодостойкий редис, это под пленочное укрытие, комнатные, все. Вот 5, 6, 7, несмотря на то, что луна убывающая, рекомендации в календаре написано, можно начинать сеять. Тут уже начинается с капусты, потом идет томаты и все. Все в марте мы должны посеять, кроме скороспелок, томатов. Вот я рассчитываю в марте посеять почти все, кроме самых ультраскороспелых томатов, которые буду сеять в апреле. А сегодня у нас растения отдыхают, не нужно их тревожить. Полнолуние, оно и есть полнолуние. Даже я занятой человек, который сею и пикирую каждый день. В день полнолуния я оставляю их в покое, пусть они посидят немножко без моего присутствия. Я просто продергаю всю траву, немножко где нужно, чуть-чуть взрыхлю, и то постараюсь землю не сильно повреждать. Просто осмотреть. Осмотрите все свои посадки, не завелись ли какие-то мошки, не побледнели ли листья, не покрылись ли они какими-нибудь пятнышками. Если все хорошо, значит все, продолжаем расти дальше. До свидания, с вами была Ольга Чернова.